Hey, yo guys, с вами Шумки, мы продолжаем родить игру под названием Spider-Man Shadow Dimensions. Так, в прошлой серии мы победили Джаггернаута, поэтому у нас остается три босса и финальный. Давайте, будущее, стандартик. Враги уже пошли у нас попрочнее, поэтому немного посложнее. Ну, в плане врагов обычных. Они чисто массой нас забивают. Вспомни тех ниндзя, которые... Итак, Скорпион собирается принести свой осколок сюда. В это засекреченную лабораторию. Удачно совпадение, что в обычной жизни я здесь работаю. Я знаю эти сигналы безопасности лучше, чем кто-либо. Пожалуй, за исключением кого-то собирается осколки. Предварительные испытания подтвердили мою исходную... Так, в результате этот артефакт с очень колоссальной энергией. Очевидно, мне следует принять меры по его защите от конкурентов. Доктор Октопус. О, черт, попался! Наконец-то мы встретились. Я Сирена Петал, глава теневого отделения корпорации Агнпюре. Никогда я это не сложил. Равнять, поэтому оно и называется. Логично. Так что, дальше Паттель. Можно тебя убить, а можно объяснить, а почему-то убить. Ну, думаю, я просто убью тебя. Твою... Компьютер, в лаборатории проникли, запускай процедуру самоликвидации. 10 секунд. 10 секунд? Это едва достаточно, чтобы придумать оригинальную шутку на тему взрыва. Надеюсь, это сыграет тебе душу. Прощай, Человек-паук. Это была зажигательная встреча. У нее есть чувство юмора. У нее есть чувство юмора. Ой. А там жар херячит сильный. Изи. О, черт, надо замедлить падение. Паутина, не подведи меня. Ага, должно сработать. Добро пожаловать в теневой отдел. Оружие завтрашнего дня у нас уже сегодня. И во главе его мой преследователь шедевр. Последний шедевр. Впечатляет? Ну, и что? Что значит, ну что? А я все это уже видел. И тем не менее, это редактор на сжатой материи, другой такого не существует. Вот оно как. О, ну и что? Может, это тебе впечатлит? По моей команде началось миллион реакций, теперь весь мир принадлежит мне. Преклоняйтесь передо мной. Блин, нужно голос лечить срочно. Так, сразу, паутина судьбы. Доктор Осьминог. Почему Блин, ну почему она здесь девушка? Вот самое непонятное, все нормально, а здесь девушка. Ладно, нанесите 5 сокрушительных ударов по одному патрульному. Сокрушительных. Сбейте 5 реактивных мотоциклов с помощью мощного удара паутины. А, я это понял. Попадите в 3 врагов летающими роботами. Легко. Бросьте во врага 3 энергоблока, которые выпадают из чудовища. Из чудовища. Так, притяните 5 стеклянных заграждений в лабораторию. Так, это понятно. Заберитесь наверх по механическому щупальцу доктора Осьминога. По руке. 60 эмблем у нас. О, это просто... О. Так, эти кабели должны куда-то вести. Сейчас разберемся, куда именно. О, вот за каких монстров
имелось в виду. Так. If this guy was any bigger, he'd have little bad guys orbiting around him. Это ниш хотя бы? А чё у меня так ИБ мало? А чё они так меня сильно атаковали? Ага. Так, хорошо. Воу-воу! Да, они надоели телепортироваться. Что вот он делает? А, так он лазером пуляет! Я думаю, где мое ХП? Ё-моё! Да уж. Если так на это все дело посмотреть, то я скоро сдохну. Так, еще один нужен. Готово. А как-то его... Почему их так вообще не бьет? Я удивлен, что им хотя бы какой-то урон приходит. Так, хорошо. Я не понимаю, нет, я подожди, мне нужно понять. Блядь. Отойди. Мне нужно понять, как мне... Короче, мне нужно просто... О, там еще паук был. Я не понимаю просто, как мне юзать второй раз эту способность. Паука. Так, раз... Паутина судьбы.
Уничтожьте 5 лабораторных монстров при помощи лазера доктора Осьминога. Уничтожьте оба механических щупальца доктора Осьминога. Вот, нанесите, сокрушайте. Подожди, давайте я, наверное, так, боевые навыки. Где оно? Сокрушающий удар, это вот это имеется в виду. Вот, как это делается? Или мне... мне сначала нужно удариться, подождите, или нет? Это мощная атака, которая выглядит крайне полезной, но необыкновенно зрелищной, она эффективна против легких врагов. При ударе паутиной. Хорошо. Запись идет, надеюсь. Фух, прикидываю, сейчас запись бы не шла. Еще три. Окей. Не врубился. Ну не понимаю я. Не понимаю я. Ну выбрось его. Вон оно что. Ну теперь все ясно. Теперь-то все ясно. Теперь-то все вопросы исчерпаны. Изи. Я застрял. Паутину судьбы. Так, сколько эмблем? 35 эмблем, хорошо. Так. Может нафиг надо их и просто побежим? Я тоже так думаю. Так, я больше, блин, так не вижу нигде. В чем здесь загвоздка? Ясно, какой-то щит. Что за... Это, ознакомьтесь, твой конец. Это гигантские механические щупальца? Я так не думаю. Готово. Что за детские лепят?
Зачем все портить? Это вопрос с подвохом. А я ей нравлюсь, я вижу. Внимание! Внимание! Да, фантастически. Я что-то вообще пауков не вижу нигде. А, так, и куда же это все ведет? Так, кого-то походу спасать придется. You're not the first to try and stop me, Spider-Man. Even some of my subordinates have accused me of megalomania. And let me guess, you listen to their concerns calmly with an open mind. Not quite. That was my mistake. Public eye, we have an intruder at last floor. All units, attack! Hey, public eye, isn't there somewhere productive you're doing? Eating donuts, maybe? Да что за хрень? Так не работает, да? Изи, готово. А барьеры ломать. Надеюсь, ученых не нужно защищать. Ладно, просто давайте идти по миссии. Stop hitting your face with my fist! You've discovered another one of my masterpieces. Enjoy beauty while you can. All security units, report to... Раз, два... А, так ты этих тварей создаешь? Ну что это за хрень? Программа 3.1
Тихо. Ладно, с одним покончил хотя бы. Тихо, захват, захват. Что-то я паутину судьбы-то вообще не могу понять. Так, израсходуйте до конца опять зарение с... победите 5 врагов на протяжении одной фазы активных. Ну, а считается ли... Вот эти хери... Мелкие за противников. В этом есть что-то приятное. Глупец, меня не остановить, ты лишь приблизишь момент своей гибели. Ну да, я просто в шоке. Эй! Побежали, побежали. Готово. Не ожидал, что ты справишься, но на этом не закончится. Восхищаюсь твоим упорством, паук, но я вынужден тебя остановить. Признаюсь, это впечатляет, хотя меня нелегко удивить. Надеюсь, тебе понравится эта пробежка, потому что ты перешел к финишу. А ты просто завидуешь. Ого. Минус 2, осталось еще 2. Я не вижу смысла против них драться, поэтому я сразу бегу дальше. Активировать защиту. О, паук. Ну, а почему ты не можешь... Ты не можешь ее взять? Как ты это сделал? Это вопрос невозможно. Орёт девчуля. Давай, давай. Мне нужно их больше. Нет. Я не убил 5. Слишком медленно. Изи.
Хорошо. Тут я успел. Тут я успел. Паутина судьбы. Так, попадите в 5 врагов, одиночная атака и рывком. Не звонял, не понял, окей. Развитие героя. Так, плюс здоровье. Время ярости. Скопление эссенции. Добро. При компьютере. При ученых. Я понял. Спасти ученых, чтобы они отключились от силовой пуля. Ерунда. Я так не думаю. Да боже, бесите. Меня машины эти бесят. Сколько их будет, боже. И как тут будет то бесконечно. Так, хорошо. Thanks. I'll lower the primary force field. You'll need to get the others to lower the rest. Already on. I need some assistance with this. I love a good. This might take a while. I'll help you. Bring it on. Do not resist. I'll take that. Sorry. Тактика. Не мешайся. Вау. Какой мощный. Захват, неужели? Так, а что я там защищал? А, тут тоже ученый, я думал, тут никого нету.
Тихо. А, то есть вы... Мне нужно, я понял. Да я так его... Блин, ладно. Это мне нужно, когда вот где вот эти взрывные, так сделать. Ах ты ж ё-моё. Thanks, fellas. We'll have to do this again sometime. And by sometime, yes, another giant pull. Yes, another giant pull. I feel my fury. This might take a while. Да чё ты? Тихо, захват, захват. Я сейчас просру. Тихо, захват. Они очень много жизни потребляют. Раз, два, три, четыре, пять, блядь, шесть. Так, или еще тут где-то что-то есть? Да, есть. Надо эмблемы не забывать собирать. Так, тут эмблемки есть. И плюс паук есть. Удивительно, что ты вообще до сих пор жив. Предупреждаю тебя, паук. Сдавайся, пока мои люди тебя не прикончили. Я терпелива, но моему терпению есть предел. О, как я тебя раздражаю. Еще немного, и ты просто вскипишь. Никогда. Посмотрим. Тихо!
Дверь откроешь? Так, это мы защитили трех этих, да? Или заставили, да, поставили. Вот. Так, вот он ставит последнюю. Так, хорошо. Вот этот момент. Нетерпеливо есть предел. Как тебе раздражаю? Еще немного, и ты просто крикнешь. Никогда. А, посмотрим, бла-бла-бла, тихо. И двери должны открыться. А что за говно? У меня двери не открываются. Вот, я должен встать, и двери должны открыться были. Найс. Как мне через дверь пройти? Круто. Великолепно, ребята, великолепно. Великолепно. Ладно, давайте, короче, я перепройду быстро этот моментик и продолжим. Так, короче, дошел я до этого момента. Окей, поехали. Стоим около двери, я не хочу, чтобы что-то сломалось. You will. Silence. Аллилуйя! Двери открылись, все. Все, ребят, двери открылись, все. Найс. Найс игра. Еще один. Найс игра. Просто классно. Ну ладно, и так сойдет. Попробуем еще раз. На самом деле это можно все спидранить и не тратить ни секунды. Вот. Бац. Ах ты, наглец, ты сломал силовые муфты. Щупальца не работает. Ха, тогда надеюсь, у тебя надеется гигантский... гипсковое что? Эй, ты не дала мне закончить шутку. Черт, она была на редкость удачлива. Ладно, зато символы после... не включили. Чего мне такое предчувствие, что я должен кого-то буду защищать? Эй, Человек-паук, иди со мной. Мне нужна твоя помощь. Нет! Тихо-тихо! Да не бей ты ученого!
А вы заеб... Не трогай ты его! Что вам ученый сделал? Вот это единственное, что... Что я понимаю, что это сложно. Бля. Бля. О, хорошо, я его защитил. А то остался только здоровяк. Все. И это закончилось. Фу. Сейчас его добьем и все. Наконец-то, согласен. Так, у тебя получилось, ты уничтожил. Достаточно? А, так, поздравляю, ты отключил несколько резервных батарей. Небольшая неприятность. Но пока артефакт у меня, реактор не остановить. Катастрофа, которую я сейчас устрою, станет проверить совершенно его конструкция. Правда? Так тебе научное устройство или она питает от волшебного камня? Идиот, ты не понимаешь, какая сложная инженерная работа проделана для того, чтобы извлечь энергию из артефакта, глупец. Ну и что? Я убил тебя! Замотивировать откуда? Ай. Я понял. Да-да-да. Все. Все. Утихо. Бля. Она полетела. Воу-воу-воу! Полетаем! Ну, против нее можно просто летать. Да и все. Я не вижу против нее. Опа, next фаза. Ууу.
Мне плевать. Tear him to pieces, my darling. Yes, my darling. I'm not scared of you. Убивай их лазером, мне плевать. Babies can do. Let me show you I'm capable. If this guy was any bigger, he'd have little bad guys orbiting around him. Don't let bad men hurt you, my lovelies. Hey, big guy, give it your best shot. Так, еще одного давай, я тебя взорву. Show the bad men what mama's babies can do. Kisses, kisses for my sweet. Ладно, еще не взорву. Взорву. Давай. Эй, ну это нечестно. Готово. Поймал. Ты права, я потрясающий. Теперь вернем его на месте. На место, место. Фух, да, с багом, конечно, это было не очень приятно. Ну, со всеми бывает, я думаю. Поэтому как-то так. И всего лишь 20к. Ладно, давайте на этом закончим, поэтому... А, точно, точно, биография. Я забываю всегда биографию. Ну, а тогда там, где я искал в интернете, да, я вырежу, да и все. Чтобы было не на много минут. Давай, давай, шустрее. Так, галерея. Совет, совет, совет. А в альтернативном измерении Человек-паук попал под негативное воздействие таинственной силы и сразился с Мстителем, пока не лишился всех своих способностей. А что если... Этого читали. Пропустил. По всей видимости, мистер совершенство самоубийства после... Да. Биография. Доктор Осьминог. Доктор Сирен... Сирена Паттл. Глава теневого отделения корпорации... Алкимакс. Продолжение опасного эксперимента, который вынудило Мигеля О'Хару покинуть компанию много лет назад. Испытания на людях, генетические модификации, наркотические зависимости для паттерне запрещенных тем. Она принимает, что ее лаборатория основная цель для Человека-паука, борца со злом. Паттель подготовила к очередному поединку, создав боевые костюмы специально для пленение или ликвидация Человека-паука. Чтобы повысить его эффективность, она позаимствовала некоторые идеи у доктора Оттоко Октавиуса, который, согласно историческим хроникам, мог послужить причиной гибели Человека-паука эпохи героев. Какая цель в качестве доктора Осьминога 2099 заставит история повториться? Бла-бла-бла, первая встреча. Только в Spider-Man Shadow Dimensions. Окей, ну давайте тогда на этом заканчивать, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока!